этого автомобиля скорой медицинской помощи в Федерального центра медицины катастроф. Eight survived Russian plane crash. On Monday, June 20th, a Tupolev 134 plane flying from Moscow to Petrozavodsk burst into flames after plummeting to the ground just over a kilometer from its destination airport, with 44 who perished and 8 survivors in critical condition. И потом оттуда еще куча вынесли двух человек уже в середину центра дороги. А один он руки кинул так, ну, я не успел, начало взрываться, уже все, не подойти, ну, загорелось все, ну, никак, не могу. Значит, нам поступило 6 пациентов. Это пациенты с комбинированной травмой. Из них 4 пациентов являются тяжелыми пациентами. Все необходимые лечебные мероприятия сейчас предпринимаются. Собраны все необходимые для оказания службы специалисты. Работают травматологические бригады, нейрохирургическая бригада, работает хирургическая бригада и все диагностические службы. Although the cause of the accident is yet unknown, heavy fog and the failure of the runway's high-intensity illumination may have been factors. As of Tuesday, the flight data recorders had been found, and an investigation is underway. A team of psychologists had also been sent to console the bereaved, while Chinese President Hu Jintao and Prime Minister Wang Jiabao conveyed their condolences to the Russian counterparts over the tragic accident. На месте авиакатастрофы работают 11 специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России. В настоящее время в аэропорт Домодедово собираются родственники погибших, которым в полном объеме оказывается психологическая и медицинская помощь. We too express our deep sympathies for the loss of cherished loved ones. Our prayers for the quick and complete recovery of the injured, and for the safety of air travelers across the globe.